Надо же, просто болтать по-русски. Они не поняли. Мусульмане мне запрещают мое дыхание и мою жизнь без камеры. Говорят, что я не существую. Я делаю здесь разминку, чтобы открыть камеру. Вообще офигели, что ли? Момент. Они претендуют на православие, а я на него не претендую. Слабо, грубо говоря. А я чего вы здесь объецируете на мой кадр? Я стою 40 минут, значит, разминаюсь. Какой вам еще кадр, мать твою, при вашей концлагерной жизни? Я твою мать тебя перехватила турецкой. Не ищите религиозности в спортивных занятиях. Там ее нет. Ёпта, мне заебла-то жизнь собачья. Заебла, блядь. С их перехватилась и вымогала кадры. Где тут спорта заниматься? А я пришла тут дефиле делать, блядь.